часов и 52 минуты московское время. Вот на этом прекрасном моменте, мне кажется, нужно прощаться на сегодня. В общем-то, год — это большой отрезок времени. Мне кажется, что у каждого из вас за эти 366 дней произошло немало всего самого-самого важного. Я хочу пожелать, чтобы в 2009 году каждый день был бы для вас особенным, и чтобы к концу года вы просто бы потерялись, вспоминая все то хорошее, что произошло. С наступающим вас! Мы услышимся уже 3 января, часов где-нибудь в 11 постараюсь быть в этой студии. С Новым годом! Всего самого наилучшего. Артем Королев, Best FM. Удачи! I don't want a...